во время курения усиливается выработка слюны. И часть слюны постепенно она затекает в саму трубку для курения. То есть в этом случае даже одноразовый мундштук он не спасает. И это чревато тем, что вполне возможно, человек может заразиться туберкулезом, гепатитом Б, герпесом, различными респираторными вирусными инфекциями. Но это в лучшем случае.